Уху! Здорово, бандиты и бандитки, с вами спикер, и продолжаем выживать. 100 дней при максимальной сложности без смерти в игре Sons of the Forest. Друзья, уже закат 4-го дня, и я забыл взять открывашку для консервы. Вот она лежит, мы ее забираем. Сейчас мы здесь переночуем, обогреемся. Кевин здесь еще не поднялся до нас, конечно, он еще снизу. И, друзья, мы сейчас на 5-м дне выживания пойдем за булочным луком. Вон туда пойдем. Там у нас есть аэропорт такой, там даже видно на карте. И есть там самолет, как раз там есть бункер, который нужно откопать, и там находится тот самый лук. Хороший, современный. Все будет прекрасно, будем хедшотить налево и направо. Сейчас мы обогреемся. Возможно, пожарим мясо, которое у нас есть. Так, зажигай, зажигай. А то уж холодно совсем. Мы поднялись на самый верх. Так что бери вкусняшки, бери попкорн, бери бабушкины пирожки. И мы начинаем. Закидывать мясо, жарить его. Ой, мясо-то испорчено. А хотя нет, ребята писали, можно жарить мясо испорчено, будет все нормально. Все окей будет, но проверим. Не беда, проверим. Фляга есть, вода есть. Сегодня будет серия жестко. Кто там будет нас ждать, я даже не знаю, друзья. Эту пещеру я еще не исследовал. Я просто знаю, где что находится. А что внутри, сколько мутантов, это, к сожалению, я не знаю. Мы здесь все уже облутали в прошлой серии. Так, мясо. Ждать. Ой. Там красный. Слушай, мясо, походу, несъедобное, оно испорченное. Так, ну-ка, выбрось его. Так, бросаем мясо. Что у нас есть? В принципе, у нас есть такой паёк. Много, кстати, газировки. Надо делать нам все-таки. О, покушали. Давай-ка лапшу. Нам надо делать базу, делать уже ящики и хранить все дело там. Так, хочет пить. Ну, пить у нас, в принципе, не проблема. Фляга почти пустая. Давай-ка сейчас спать. Еда кончается. Проблема. Еда кончается. Вода закончилась. Хорошее начало ролика. Давай-ка спать. Уже утром мы проснемся. Все. В 6:30 утра. Слушай, все раньше и раньше просыпается. Ну, это здорово. Так, и мы идем вон туда, друзья. В бункер. Забираем булочный лук. Так, мне нужна вода. Здесь у нас озеро. А вот здесь как раз вода, да? Уже булькает. Отлично. Заполняем флягу. Маленько кушать хочет. Надо будет найти где-нибудь в низине уже оленей. И, конечно, парочку оленей подстрелить. Так, пей воду. Скоро лето. Смотри, уже листва. Уже 5-й день выживания. Напиваемся вдоволь и наполняем флягу. Выспался хорошо. Сейчас мы выйдем здесь. Кстати, здесь потрясающий вид на весь остров. Просто шикарный вид. И уже пойдем вон в ту сторону. Так, все, запились полностью. Набираем воду. Да, маленько голодно. У нас есть какие-то припасы, есть шоколадки еще. Сейчас будем еще в бункер спускаться, там будут какие-то припасы. И вид прекрасный. Потрясающе. Здесь туземцев даже нет. И смотри, все в снегу. Видно пляж какой-то. А сегодня у нас, походу, будет довольно пасмурно. Здесь сани нужны, кстати. Вот здесь реально пригодились бы сани. Ну, спускаемся ниже. Вон туда же. Аккуратненько спустимся. И будем искать, конечно же, мясо. Кевин, ты где? А он уже забрался наверх. А я уже спускаюсь вниз. Он, как всегда, маленько тормознул где-то позади меня. Так, олени ищем. Здесь пока только олени. Другой дичи не будет. Ну, зайцы тоже сойдет. О, тут еще обрыв. Кстати, что у нас по бронику? Веревка есть. Есть кости. Как же идти в бункер без броника? Смотри, сколько веревки мы набрали. Изоленты тоже достаточно много. Пока живем, пока выживаем. 5-й день выживания, сразу же одеваем. Одеваем.
Но у нас есть ножик для консервы. И можно использовать. У нас, о, консерва есть. И ножик. Вот ножик. Видишь, как он скрафтился. Сейчас мы откроем баночку. Захаваем. И пойдем дальше. Вот так, кошачий корм. Смотри, как вкуснятина. Смотри, колбаска. Ох, как хорошо подняли. Ты смотри, обалдеть. Нормально. Показал, где находится ножик. И спускаемся вниз. Вот туда. Так, фляжка вроде у меня полная. Ну, если что, мы наберем другой место. Тут не хочет, здесь пробежимся. Кстати, смотри, не замерзает. Возможно, уже ближе к лету. Вроде утро, вроде пасмурно, а у нас не замерзает. Это, конечно, радует. Так, ищем оленей по пути, конечно же. Спускаемся еще ниже. Нужно мне мясо, обязательно нужно мясо. Так, здесь у нас какое-то озеро. Как раз пещера здесь, где нашли мы. А, оп, о, зайчишка. Хорошо попали. Так, мясо уже есть. Ну, пока сильно есть не хочет, пробежимся дальше. Там выйдем на поляну. Так, все, один кусок мяса взяли. Здесь, о, веревка есть. Потрясающе, тоже хорошо. Здесь веревка есть. Все, дело пошло. Веревок достаточно, изоленты много. Сейчас мы костей где-нибудь найдем. Найдем целое племя туземцев. Разнесем их. А вот как раз, далеко ходить не надо. Ой-ой, промахнулся слегка, но не кричи-то громко-то. Ну, с одним связываться, в принципе. Делать костер, ну это так себе дело. Слишком уж затратно по времени. А у нас все по списку, у нас все по списку. Нужно двигаться чуть-чуть и левее. Далеко, конечно, идти. Конечно. Но это путешествие. 100 дней. При максимальной сложности. И стараемся без смерти. Так, спускаемся. Мне кажется, здесь дорога идет. Да, здесь дорога идет. Спускаемся по дороге. Возможно, найдем туземцев побольше. И нужно кости. Нужно сделать броник. Надо сделать. Потому что идем сейчас в бункер. Один из бункеров. А там, возможно, мутанты будут. Птица в харю мне. Можно попить воды. Раз мы возле озера. А то кто знает, будет или не будет озеро. Ну, здесь озер достаточно. Лопату взяли. Здорово. Маленько заплутали, но не беда. Разобрались. Ну и все, в принципе, пещера не нужна. Мы взяли лопату. Но, кстати, там еще кое-что мы забыли взять. Ну, они, в принципе, не нужны. Там были еще вроде бы ласы. Если не ошибаюсь. Пока не вижу. Наш деревушек никаких не встречается по пути. По дороге. Надо прям через эти речки. Слушай, смотри-ка, и правда. Не замерзает. Возможно, скоро весна уже. Видишь, идет снег, значит идет смена погоды, температуры. Значит скоро лето. Буквально, наверное, день-два и будет лето. Ну а летом это прекрасно будет. Много ягоды, много дичи. Хотя уровень сложности выбирали, что дичь будет у нас минимально. Так, Таямба. У нас тут есть рядышком вертолет. Вот он снизу, кстати же. Там уже есть припасы. И тут у нас много есть оленей. Так, 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 погоди, вон на той стороне. Как раз по пути заберем там. Возможно, изоленты будет. У-у-у, ты смотри, а это что такое? Прямо рядышком с вертолетом. Черепа. Так, никаких припасов нету. Как-то странно. Припасов нету, земцев нету. Жалко, конечно. А вот веревка есть. Вот это золотая жива. Так, пойдем припасы заберем. Туземцев нет. Ну хотя логично, чтобы возле вертолетов, где мы упали, были сразу туземцы. И нужно смотреть здесь оленей. Олени, вы где? Какое прекрасное солнце. Смотри, вышло. Яркое, сочное.
Мне кажется, скоро весна уже. Келвин, тебе так же кажется? Кстати, таблетки. Я их много потерял. Зайцы, зайцы были. Все четыре много. Тут и гранаты. Да, припасы, конечно, стали пустые у меня. Еще зайцы бегают. Здесь, в принципе, неплохо. Мне кажется, уже попахивает весной. Так, парочку бы оленей. Они здесь ходят. И очень часто. Но пока не вижу. 9 часов утра. Нам нужно двигаться в ту сторону. А вот это вижу пару оленей. Там три. Три точно. Так, ребят, вы мне нужны. Куда полез-то? Куда полезли-то? Куда залезли-то? Давайте, в наступление. Давайте, в наступление. Зайцы бегают. Оружие какое-то. Стрела, где моя стрела? Ну вот, тут, прям тут давайте, выходите. Где вы? Ну, ребята, что-то не агрессивное. Ну, давай хотя бы с одним. О, второй. О! Ну, тебя мы сразу, наверное. Так, хотя. А давай разрубим ее. Не будем ее слишком мучить. О-о-о-о-о-о-о! Я думал, смогу разрубить тебя. Не получилось. Вот так, пиндюрили. Хотя был хэдшот уже. Для профилактики. Так, можно прям здесь сделать костер. Что прям здесь фарганить косточки. Ну да, я вроде троих видел. Четвертый так показался мельком. Или зайцы бегали так. Припрыжку. Прям возле вертолета, видишь, ребята тусуются. Так, делаем костер. Не то. Делаем костер. Да, можно сделать, в принципе. Нормально. Поджигай скорей. И делаем броник. Костей получается очень много. Это спасибо разработчикам. В старом The Forest было мало костей с одного трупа. Но это нелогично. Так, пока есть у нас косточки, пускай они пока жарятся. Мы пока сварганим сразу по две веревки. Мне хватит на два броника вроде костей. Или не хватит, чуть-чуть буквально. Одеваем, да, не хватило буквально парочку костей. Пятый день выживания. Нет, кстати, смотри, замерзает. Вроде солнце вылезло, а замерзает все равно. Так, костей, кости. И все, максимально. Много изоленты набрали, здорово. Веревки тоже в горах мы набрали, кстати, ее. Это тоже здорово. Теперь по полной мы делаем запас. И нужно использовать таблетки, кстати. Поднять маленько жизни. Ох, тогда я понимаю уже выживание. Так, 10 часов. Сейчас мы скоро побежим дальше. Все, не вылазит. Можно еще сделать. Есть еще пока. Чтобы, знаешь, косточки использовать по полной. Чтобы броник был. Там сейчас пойдем откапывать. Прям в племени туземцев. И, в принципе, и все, да? Ну да, еще, в принципе, можно делать. Пока время есть, можно скрафтить. Смотри, по броникам, как мы затарились, да? По полной прям. Так, есть вот, кстати. Ну, можно будет как раз и мясо закинуть. У нас там зайчишка был вроде какой-то. О, зайчишку бросим. Не хочется, значит, тратиться на батончики. Они пригодятся мне. Ну, костей реально много. Ну и сколько костей, сколько броника мы сделали. 10 часов. Сейчас пожарим мясо и в путь пойдем. О,
Смотри, новый зайчишка идет. Чуть вперед стрельнул. Попал. На ходу нормально идет, видишь как? Оф, прям в припрыжку. Эх, убежал. Пускай бежит. Хотя бы один зайчишка будет на всякий случай. Там мясо готово уже. Надо скорее забирать его. Там всего лишь зайчишка жарится. Он маленький. Так. И у нас только один зайчишка. Маленько подняли. Погнали. Нам нужны, конечно, еще олени. Так, вон туда, в ту сторону. Там будет много лута у самолета вдоль полосы. Посадочной или взлетной. И дорог здесь нету, к сожалению. Где нет дорог, там у нас нет туземцев. Хотя, знаете, как-то на стриме мы нашли пещеру. То есть не пещеру, нашли на пляже. На пляже туземцев. Там сколько туземцев. Мы, конечно же, пойдем туда потом. В будущем обязательно мы сбегаем туда. Сколько там туземцев. Там аж два племени. Там сколько костей я смогу сделать. Там точно надо будет какую-то маленькую базу сделать. Это по ту сторону горы. Так, 11 часов. А нет, есть дороги, смотри, все-таки есть какие-то дороги здесь. Кстати, пробегать будем озеро, водопад. И как раз там мы нашли теплый костюм. Ух, пришли куда? Веревки. Ищем сразу мы веревки. Вон нашел какой-то ящик. Веревки там были. А где все ребята, кстати? Они, возможно, знаешь, охотятся. Наступило утро, они пошли на охоту, прям как я. И он нашел какие-то палки. Так, гробы. А вот в гробах у нас есть какой-то лут. Кстати, мы сейчас забежим, где теплые костюмы забирали в первой серии. И там есть у нас веревки или что-то еще было. Как раз вот тут, по пути. Туземцы, возможно, охотятся, развлекаются, ходят на свидания, в гости ходят. Мы тоже в гости ходим, туземцы. Только их дома нет. Тут лишь нужно подняться. Но все-таки еще в поиске оленей. Нужно пополнить, наверное, фляжку. Они, в принципе, не стоит пополнять ее. Нормально. Сейчас заберем здесь лут. Прямо здесь у водопада. Поближе. Можно было по дороге бежать, в принципе. Дорога привела бы она. Погоди, погоди. А это не то озеро. Я перепутал озеро. Это вон то озеро. Вон в центре. К сожалению, перепутал. Ну, мы практически пришли к бункеру. Кстати, как раз дорога ведет именно туда. Но мне нужно будет вот сюда маленько взять. На полосу. И начинать прям с полосы забирать весь лут. Заберем. И уже в бункер пойдем. 12 часов. В принципе, нормально. Успеваем. Если будет там ночлег, там мы и переночуем. А потом будем спускаться в следующей уже серии, друзья. Будем идти уже дробовик брать. Будем брать хороший топор. Пожарный топор. И дробовик. Они находятся в той стороне как раз. Тут есть пещеры парочку. Но в этих пещерах ничего такого нету. Интересно. Там парочку монет. Вон туда, где начало полосы. И ближе уже к бункеру пойдем. Туземцев пока не видно. Племени их тоже пока не видно. Кстати, мне нужно полутать все-таки веток. А то я совсем их не беру. Здесь как раз много веток есть. Надо Келвину сказать, пускай ветки пособирает. Но его, как всегда, нету рядышком со мной. Он не успевает за мной. Возможно, зима. Возможно, максимальная сложность какая-то.
Не знаю, насколько она максимальна, конечно. Ну, как видите, броник выносит быстро. Ну, сейчас у нас много броника. Практически вышли. О, смотри, слушай, ягода появилась, что ли? Или просто я еще не находил ее? Ну, то есть уже лето, птицы чирикают. Смотри, реально уже, походу, лето. Но ягоды вначале не было. Когда начинали выживать, не было. Так, возьмем все-таки стрелы. Вдруг олени. Так, ну практически выходим сейчас из лесу. И выходим на полосу. И там собираем припасы, какие есть. Где она, кстати? Ну вот по карте уже практически пришли. Но я еще не вижу визуально. А вот она, кажется, вот вышли. Туземцев не видно пока. Вот как раз я отсюда и вышел сначала. А там чуть дальше есть еще? Или нету? Так. Ой, изоленты. Тряпки. Кстати, надо будет сделать коктейль Молотова. Во-во-во, вот, ребят, смотрите, сколько птиц здесь. Точно пришла весна. А, испугался. Ну, испугаешься? Не-не-не-не-не-не, друг, ты... Ну, стрела, хорошо уходи. О-о-о, мяса сколько! Мяса много. Огонь по мясу сразу же. Огонь по мясу! Я думал, бодаться будет. Где мои стрелы? Стрелы закончились. Ребята пришли. Да. Стрелы, конечно, самые дешевые, самые обычные. Оп. О, хедшот получился нормально. Так, забираем то, что есть. Мясо пропало. Такое мясо ушло. Там есть припасы или нет? Ну-ка, стрелы. Нужно будет распечатать стрелы. Сзади еще бегает за мной. Нет, там, походу, больше ничего нет у нас. А вон ребята пришли, здоровые. Так, веревки у меня, в принципе, есть. Да, бежим друг на друга. Промахнулся. Я и он промахнулись. Так, у нас есть, в принципе, с чем работать. Добиваем, чтобы не мучился. Да сдохнет он. Так, есть двое. Можно будет работать с ними. Даже трое где-то в кустах еще. А можно как раз мясо, если что, пожарить. У нас вроде был кролик. Где он? В кустах валялся. То еще ребята. Их, правда, здесь будет много. Что ты хотел взять? Ты куда собрался его забирать? Моя добыча. Да, ребят, здесь много. Там еще целое племя будет. Погнали, погнали дальше. Броник есть, в принципе. Костей у меня много. Их там будет еще много. А когда стемнеет, уже будет не до забавы. Час дня. Буквально осталось чуть-чуть. Сейчас добежим до самолета. И как раз мы заберем у самолета припасы. Ну, ребята просто так не отстанут. Кстати, нужно использовать таблетки. Пополнить максимум, видишь как? Таблетки уже много. Так, ребята, ребята, смотрим сзади. Стрелы раскидал, как-то быстро. Батареек много уже. Вот здесь припасы ко мне. У зайцев сколько. Такой здоровый ось. Ух, я уж испугался. Такой здоровый ось. Мы упустили его, к сожалению. Так, собираем все припасы. Деньги тоже пригодятся. Так, все уже у нас. Скоро стемнеет. Надо маленько в темпе прибавить скорость. И подниматься наверх. О, ну хотя бы такое мясо уж. Тоже пойдет. Так, спокойно. Мясо нам надо. Обязательно. Как же без мяса-то? Ну, вон мясо бегает. Смотри, сколько его. Так, забираем. Все, забрали. Погнали туземцам. Раскидаем их. Жалко, нет дробовика. Но есть пистолет, в принципе. Есть стрелы, если что. Есть взрывчатка.
Есть гранаты. Раскидаем их. Так, так. Где? Не вижу пока отметки. Сейчас посмотрим. Четко. А вот четко наверх. Поднимаемся, раскидываем, выкапываем и заходим. И будет у нас современный лук. Здесь, ребята, конечно же, есть неплохие. Вон есть красный. Он есть здоровый. Пока отдохни, отдохни. Вот здоровый есть. Ой, 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 ой. У него маска. У него реально маска, надо выносить ее. Ему по барабану на все на этом. Отрубаем голову ему. Вот так. Все, отлично, забираем стрелы. Тут еще и здоровый красный бегает. Плюх какой, плюшка. Плюх такой, да? Так, мы отрубили голову. Веревки, веревки, сколько веревок здесь? Погоди, нужно выносить этого чувака. Промахнулся, что ли? Опять промахнулся. Задница какая. Так, здесь, конечно, другие задницы есть. Которую отдыхает очень быстро. Ой, прости меня. А чего прости? Отдыхай тоже вместе с ним. В аду. Ой, минус 3. О, здоровый пришел. Опять высоко. Да что ж такое-то? Давай так разрубь, пока он валяется. Ну не хочу я идти в контакт с ними. Вот, все, отдыхай. Так, здесь у нас все готово. Здесь все готово. О-о-о-о-о. Стрелу раскидываю. Дробовиком попроще. Или пистолетом, к примеру. Там есть мушка. Так, можно откапывать, в принципе. Чтобы, знаешь, сразу видно было, что где. А, где-то тут. Да-да. Погоди, погоди, никого нету. Чтобы, знаешь, откопать и все видно было. А то, когда стемнеет, уже совершенно будет. Давай. Если что, будем лопатой биться. Да, в снегу, конечно, не видно, где именно здесь. Но по компасу именно тут. А, вижу, вижу, все, теперь видно. Воу-в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 оу! Да что ж такое-то? Где? Где кто? Вмазал хорошо. А, мелкие бегают. Да возьми лук скорее. Кстати, есть ящики. Вот ненавижу я таких этих мелких. Самые противные. Хоть и самые простые, но не самые противные. Берем лопату. Вот поэтому я и говорю, нужно откопать. Это опять! Ты чё, он опять убежал. Не, никуда не бежит. Все-таки убежал. Надо пистолетом будет раскидать его. Так, пока снова у нас минус броник. Так, погоди. Я по люку или чуть мне левее? Сейчас опять же стукнет сзади где-нибудь. Да, прям по люку, нормально. Сначала снег копаем, потом землю копаем. Откопали. Но это максимальное выживание, поэтому все так происходит. Ну все, походу, да? Ага, появилось. Все, теперь можно полутать туземцев. Но если, конечно, они не исчезли. Так, одного вижу. Кстати, кстати, ты смотри, походу лето приходит.
О, Келвин, здорово. Ты как раз вовремя. Я как раз собрался в путь. Уже вниз идти. Тут уже много у меня всего. То есть веревок много. Нужно скрафтить, конечно же. Так, один туземец есть. Лето наступает, друзья. То есть весна сейчас. Вон бегают туземцы эти. Давай-ка бросай одного здесь. Сейчас мы обогреемся. Сейчас мы мясо. Мясо пожарим как раз. Так, стрелы закончились. Обычные стрелы есть. Келвин, давай. Там что у нас есть? Нет, просто кости. Так, пока прикрой меня. Я пока сделаю костер. У нас есть, кстати, олень. Да, нужно пожарить его. Пока светло, пока нормально. Сейчас мы кинем мясо. А, кости пока обгорают. О, нормально, мяса много. Один тут бегает меня, пытается со спины все. Откопали бункер. Кстати. Да, можно заходить уже. Снег, смотри, налетел. Мясо, мясо. Мясо еще готовится. Или готово уже. Ну, как-то их мало уже, кстати, получилось здесь. Я ожидал гораздо больше. Мясо не приготовилось еще. Вон готово тебе мясо. Это готово, это готово. Так, кости, кости мы собираем. Делаем броню. Потому что у меня много веревок. 10 веревок это максимально, что можно таскать с собой. В принципе, три броника потерял, ничего страшного. Так, о, можно сразу три делать. Да, да, здорово. Все. И забираем все косточки. Так, какое-то мясо пожарили, которое нет еще. Есть два куска у нас. Пускай будет так пока. Все, погнали в бункер. Сколько у нас времени сейчас? Ну, еще пару часиков и уже стемнеет. Как раз еще есть вот парочку гробов, которые нужно открыть. Забрать монеты, ткани. Ой, веревочку как раз забрать. Большой, конечно, лагерь. Тут есть у нас большие олени, оси. Ну, когда снега не видно ничего. То есть меньше видно. Это птицы летают. Мало ребят. Мало ребят здесь. Ну, хотя ребята, возможно, сейчас придут. Наверное, нужно уходить вниз. Калвин уже, походу, сделал ноги. Так, выходим. Выходим сюда. Заходим. Где вход? Открывай. Скорей. Открывай люк и идем. Надеюсь, сейчас меня не смогут стукнуть сзади. Но у нас много броника. Ну, посильнее нажми. О. И спускаемся вниз. Ребята сверху, я снизу. Поспать, надеюсь, тут я смогу. Так, свет. В бункере намного, знаешь, мне кажется, безопаснее. Есть свет какой-то. И мутантов не такие страшные. Тут больше места, где можно развернуться. Есть какая-то еда, холодильники. О, сколько тут еды там. Нужна алкашка. Нужно сделать коктейль Молотова еще. Так, вижу, 3D принтер есть. Все по углам нужно пособирать. Так, сделаем стрелы. У меня стрелы заканчиваются. Так, пока мы все будем лутать. Здесь у нас глушитель. Пока делает. Сколько у меня смолы? 800. 300 я где-то уже набрал. Так, есть какой-то проход. И, друзья, вот у нас блочный лук. То есть мы его забираем и делаем сразу на цифру 2. Как он выглядит? Вот он у нас, блочный лук. А сразу цифра 2 за место старого. Вот, замечательно. Теперь сможем, поменяй. Теперь сможем давать хедшоты. Таблетки. У, как их много у меня. Сейчас мы глотнем и заберем остатки. Так, все готово. Стрелы, стрелы возьмем. Сейчас крафтим максимум стрел.
Здесь у нас тренажер и все. О, кстати, можно и поспать. Как раз тут мы сейчас поспим, сейчас полутаем. Поделаем стрелы, отдохнем. Еще сдаваем стрелы. Так, сумка для шкуры. Сумка, сумка из шкуры. А сумка, интересно, для стрел есть? Сколько стрел, интересно, влазит? Есть маска, которую можно как-то одеть. Так, собираем стрелы, пока будут делаться. А, ну ее прикидывать просто можно. Туземцам показать надо было, что у меня есть. Так, пока крафтится. Что у нас тут есть еще интересного? Тут у нас столовая. Тут телека не хватает, кстати. Вот такой есть диванчик. Телека не хватает здесь. Так, хорошие стрелы-то у меня есть. Вот уже распечатанные. Быстро готовится. Здорово, знаешь. Так не крафтишь, просто стоишь так вот, сидишь, ждешь. Сейчас пойдем дальше туда, зайдем. У нас ничего нету больше. Ну, в принципе, еще разок и хватит. Так, нужно пройти еще дальше. Посмотреть, что у нас там. А здесь у нас тупик. И все. Но какие-то припасы есть. Мелкие, правда. Вот и все, что ли? Я думаю, будут какие-то туземцы. Мутанты. А здесь никого нет. Ну, туземцы были сверху, правда. Да, здесь у нас тупик просто все. Затопленный бункер. Наделали стрел. Да, стрел все уже. Никого в Азии. Ну что, друзья, будем заканчивать уже тут. А сколько у нас времени? Времени сколько? Уже как раз. Ну, 5 часов, уже стемнело. Выходить уже нету смысла. Мы уже тут останемся. Переночуем здесь. Все замечательно. Теплая кроватка. Есть ванная комната. Труп, конечно. Валяется. И спасибо, что смотрели. Увидимся в новых роликах. Всем спасибо. И всем пока.